Всем приветик! Вот мы вышли с ним погулять в парк. Тут очень прохладно и много деревьев. Тут очень много деток и малышей. Ему очень тут нравится. Тут весело. Я с собой взяла погремушку, чтобы он не плакал. А когда он плачет, вот у меня есть с собой свисток. Я свистну, и он перестанет плакать. Так. Привет! Вот он. У меня тут в окошко выглянуло. Покажи. Супер, я покажу. Вот тут супер. А тут чуть-чуть поменьше окошко. Ну, пониже. Вот он. Тут тоже супер. Здесь заборчик. Такой заборчик. И тут можно спуститься. Вот там. Ну, ему, наверное, тут там скучно уже стало. Мы пойдем на качельки. И на качельку. Я его катаю. Ой, а он уже ручки поднял. Всем привет! Поднял ручки. Давай мы тебя покатаем. У меня с собой в сумочке. Вот моя, наша сумочка. Его сумочка. Да. Вот. И в ней сегодня очень жарко. Ну и вчера, и позавчера. Просто сейчас же лето и жарко, вы знаете. Мы берем с собой бутылочку. И салфеточку. Его вытирать и ставить как фартучек. Вот так. Видите? Сейчас я его сниму на из качельки. И пойдем на стульчик. И сядем. Вот так. Вот у нас стульчик такой. Сейчас мы его уложим. Поставим вот так. Ой, как шумно. И покормим его. Если тут так шумно, надо говорить посильнее. Всем попьет. Да. Маленький. Все, попил. Сейчас мы тебя вытерем. Ротик вытерем. И еще, я вам сейчас скажу. Вот. Ему пора спать. Мы вышли погулять, покатались на качельке, его попоили водичкой. И уже пора нам спать, делать обед. Так что я его сейчас покачаю чуть-чуть на улице. Вот. И мы с ним тоже уснем. Глазки закрой, закрой. Уснул. Вот. Мой дорогой. Уснул. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Всем пока!